Ну вот, мои пряники готовы. Вот смотрите, они какие румяные, вот такие. Я еще раз говорю, что их можно было обмазать кремом. Вот, сделать обычный, как это. Смотрите, как они мягкие. Вот, смотрите. Вот. А внутри нарезы, смотрите. Вот они. Вкуснятинка. Вкуснятинка невозможная. Вот мое варенье тоже. Вот вишневое, как видите. Но его надо еще раз проварить. Вот. Три этапа я его варю. Даже четыре этапа. Вот. Из него хороший еще морс получается. Вот, берете вот отсюда. И минеральной водой, холодненькой, со льдом. И сидеть, кушать пряники. Вот и все. Всех вам благ. Пока-пока.